бесплатная вакцинация против бешенства, домашних животных. Несмотря на то, что случаев заражения бешенством за последние годы в Сочи не обнаружено, ветеринарные клиники проводят ежегодную вакцинацию. Бешенство – это опасное заболевание, которое передается не только при укусе, но и со слюной. Домашних питомцев необходимо прививать раз в год. Наш город Сочи является южным форпостом нашей страны, поэтому занесение зоонтропонозных заболеваний достаточно высоко, так как рядом с нами располагается Республика Абхазия, где были выявлены случаи по бешенству. Помимо кошек и собак, также бесплатно прививают лошадей, мелкий и крупный рогатый скот. За прошлый год ветеринарная служба вакцинировала в Сочи более 5000 животных. Ветеринары называют бешенство одним из самых страшных заболеваний. В основном переносчиками являются дикие животные, но страдают от этого домашние. Поэтому необходимо вовремя распознавать признаки заражения и в срочном порядке обращаться в ветеринарную клинику. Животное избегает общения с человеком, боится света, реагирует тревожно на ветер, воздух, лишние шумы. Это вот первые признаки. Бесплатная вакцинация от бешенства будет проводиться на курорте до конца ноября. Чтобы оставить заявку, необходимо обратиться в Государственную ветеринарную службу города Сочи. Адрес вы видите на своих экранах. Ксения Синявская, Дмитрий Петрий. Время новостей.